Вы смотрите Sarmat Fighting Championship, и это наша вторая пресс-конференция. Yeah. Открывать наш второй карт будет Евгений Колесников и Мурид Чоршанбиев. Сразу объясню, вначале у тебя был оппонент Мурид, но Мурид повредил руку. Мы это видим, прям очень сильно, видать, повредил руку. И поэтому на замену ему вышел Амди. Расскажи о себе немного. Меня зовут Амди Накдодов, мне 22 года, профессиональный рекорд 4-0. По ПММА выступаю давно, но не так часто. В ПММА у меня 5 боев, из которых 4 победы, 1 поражение. А в каких организациях с кем дрался? Я дрался, брат, во всех организациях. На хардкоре один раз, на нашем деле, на арене, на рухфайтинге и на правде. То есть ты в одном промоушене один раз дерешься? Да. То есть мы тебя больше не увидим, да? Не, увидите. Хорошее предложение будет, увидите. А что-нибудь знаешь о оппоненте? Плохого ничего не могу сказать. Такой положительный персонаж. Давай послушаем. Я хочу послушать его сначала. Ну, в первую очередь, наверное, сейчас люди ждут от меня какого-то трэш-тока. Но в первую очередь хочу сказать от души ему уважуха, то, что, ну, на таком коротком вышел, заменил Мурида. Ну, респект, короче, за такое.